Добрый вечер, друзья мои. Знаете, я не знаю, как вам, а мне всегда интересно а, мнение со стороны, когда люди не заангажированы ни с одной стороны баррикад. И в этом смысле мнение депутатов а, внефракционных всегда а, любопытно тем, что они, ну, теоретически, по крайней мере, ни от кого не зависят. У нас сегодня в гостях народный депутат Украины Александр Дубинин. Политический деятель, предприниматель, народный депутат Украины. До прошлого года глава правления компании «Днепоразот». В 2011 году вошел в пятерку лучших менеджеров химической промышленности Украины. В прошлом был зам главы правления Запорожского ферросплавного завода. Председателем правления Стахановского завода феросплавов, куратором руководителя Феросплавного завода в штате Западная Вирджиния, США. Депутат Луганского облсовета 5-го созыва. Депутат Днепропетровского областного совета 6-го созыва. Кавалер орденов за заслуги 2-й и третьей степени. Александр Дубинин. В программе Натальи Влащенко. Люди. Хардток. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну, вы же стали знамениты просто в одну минуту, да? Так бывает. Поймали да. меня, да. Да, что-то происходит, и все СМИ начинают писать о человеке, и уже его фамилию никто никогда не забудет. Вот, и поэтому у вас такая произошла, не знаю, это был системный слив, или это была такая спонтанная, но была такая достаточно бурная пиар-компания. И напомню нашим зрителям, она была связана с тем, что вы с кем-то там переписывались во время заседания Верховной Ради, не с кем-то, а даже с Евромайданом по Вайберу переписывались, это группа такая Евромайдан, да, в Вайбере, и а, там был как бы слив а, о том, что кто станет в будущем членом партии «Укроп», которую готовит а, Геннадий Корбан как лидер этой партии. Там были названы а, известные журналисты, известные волонтеры. Трое из них, надо сказать, уже отказались, открестились от этой истории, сказали, что не собираются идти в политику. А, там, остальные все помалкивают, видимо, таки собираются вот скажите мне, пожалуйста, а что это за группа яромайданс, с которой вы переписывались? С кем это вы вели ну, этот диалог? Во-первых, никакого целенаправленного такого слива, ну, как может кто-то посчитает, не было. Да, действительно поймали. Ну, скажем так, это частная переписка, это мои мысли, это наши мысли о том... Там, кстати, о партии ни, ни слова не говорится. Там говорится о неком общественном движении, где мы... О а Конгрессе. Да, конгресс общественный все же мы знаем что конгресс это была такая предистория перед объявлением партии но ну, мы же не будем отрицать что это так который собирал э, геннадий олегович вот в киеве недавно правильно я думаю что надо подождать там буквально ну я не знаю но... эти люди среди названы были гостями этого конгресса да. я думаю что в ближайшее время все достаточно раскроется я думаю что вы будете знать одна из первых и ваш канал мы проинформируем. Все, что там написано, это были некоторые мысли и дискуссии. Так что говорить о том, что там 100% будут эти люди, либо не эти, это такой элемент обсуждения, там, моих личных. Кто мог бы быть, кто является там... Да, это, ну, то есть общественные деятели, то есть для нас, то есть для нас на сегодняшний Но день... Важно. люди, это были ваши, ну, как бы партнеры по общественной деятельности, или это просто были люди, которые вам нравятся? Ну, И мы, я бы, может быть, вы осна... бы хотели видеть да. в своей вот Я бы, наверное, обозначил этих людей таким образом, что это те люди, которые, действительно, для которых Украина сегодня что-то значит. Это люди, которые не запятнаны работой с партией региона, с оппозиционными блоками. Это люди, которые имеют свое видение и свое достаточно прогрессивное, я бы назвал даже европейского тоже Бутусов. европейское видение развития партии, развития вообще парламентаризма в Украине. Поэтому это были где-то такое, это мой личный такое были обсуждения. То есть наоборот, их фамилия это вы написали. Ну, мне сказали сразу, что передача такая жесткая, вопросы задают. Да это еще не жесткие вопросы. А это еще не жесткие. Мы только вообще просто разогреваемся. Да. Ну, давайте мы... Я не хотел бы дальше эту тему дискутировать, потому что это мои личные мнения. Все-таки это, если мы говорим о каком-то объединении общественных, демократических патриотов, там очень много людей, и очень много людей хотят сегодня действительно изменения. Они видят о том, что сегодня изменения во многих отраслях не проходят, то есть реформы не идут. Поэтому я не хотел бы называть сегодня там какие-то фамилии. Все, что там увидели, это мои личные. А Евромайдан, это какой-то конкретный человек? Это группа людей. Это группа людей. Это а, Геннадий Олегович и вот эта Днепропетровская команда, я правильно понимаю? Центр. Ну, в том числе, и, Центр. В том числе. Понятно, это, это центр Юстаса называется. Хорошо. А смотрите, вы вышли в свое время из блока Петра Порошенко, ну, в составе, в числе некоторых других депутатов, там было 4 или 5 депутатов, я сейчас уже не помню, которые тогда вышли, и их принято называть группой Коломойского. Означает ли это, что вы тоже считаете человеком, который из группы Коломойского? Знаете, вот когда вот э, говорят о Коломойском, говорят там, вот нет уже такой стройной там, структуры бизнеса. Говорят, группа приват. Хотя, что такое группа приват? Так же на сегодняшний день говорят, группа Коломойска. Да, я менеджер Игорь Валерьевича, я работал директором Днепрозота, который принадлежит Игорю Валерьевичу. <связь> Могу вам сказать о том, что вот за это за весь этот период, я с Игорем Валерьевичем практически ни разу не встречался и не разговаривал. Это не важно. Я когда, когда я говорю, означает ли вы значит, не то, что вы являетесь меня человеком считают, Коломойского, меня, наверное, я считают, на самом деле так. спрашиваю, считаете ли вы себя его э, политическим и бизнес-партнером? Но он еще не высказал, э, ну, бизнес-партнера, у меня бизнеса с ним никакого нету, я был менеджером. Обычно. Ну, менеджером это значит, что все-таки у вас общие бизнес-интересы с ним, а не с кем-то другим, понимаете? Ну, э, если бы у меня на сегодняшний день был выбор, э, в каком бизнесе работать, в бизнесе Фиртоша, угу. там, Рената Леонидовича либо Игорь Валерьевича, я бы, конечно, перешел бы э, в бизнес Игорь Валерьевича. То есть вы себя там считаете и в том числе его политическим партнером? Он пока не заявляет о том, о каких-то политических амбициях. Когда это будет заявлено, то я думаю, что я буду его и политическим партнером. Понимаете, в чем дело? Человек же может не заявлять себя, но а, это кстати, касается не только Игоря Валери... Валерьевича. Это касается всех наших так называемых олигархов, потому что а, люди... А... Коломойского, люди Левочкина, люди Фирташа, люди Пинчука, они есть в Верховном Радио. Более того, мы прекрасно знаем, что вот эти первые люди из, так сказать, из первой десятки Форбса, они все равно сегодня есть донорами всех политических партий. И их депутаты, их депутаты, да, в кавычках, то есть партнеры их их союзники есть во всех политических фракциях. И вы же понимаете, что, что тот факт, что вы вышли вместе с рядом депутатом с и с некоторыми другими депутатами из фракции после первого конфликта с э, Порошенко, и Это а, говорит о том, что все-таки вы человек приближенный к ним к нему. Потому Смотрите. что вы же не скрываете, почему вы это сделали. Вы вышли в результате этого конфликта, верно ведь? Ну, если вы посмотри, посмотрели то видео, где мы официально, каждый из нас заявил свою позицию. Я смотрела, да. То это было для меня, да. вот лично для меня это была последняя капля. Когда господин Наливайченко обвинил руководство в области, руководителей, заместителей, а также народных депутатов в том, что они крышуют бизнес и крышуют контрабанду при фронтовой части воруют людей, занимаются убийствами и всеми остальными вещами. То есть, вот, вот понимаете, вот так вот взяли, все и высказали. То есть у меня давно были претензии к блоку Петра Порошенко, потому что я очень ярый сторонник был продвижению 80 реформ президента вот с точки зрения целей и задачи построения будущего и общества и страны абсолютно правильно поставлено. Я понимал о том, что мы сейчас придем, все, все, патриоты, сформируем отличную, грамотную, профессиональную команду и начнем делать реформы. Но реформ-то нету. Что такое реформы? Реформы – это комплекс мероприятий, которые должны иметь пер 1, 2, 3, 4, 5, которые должны иметь ответственного, должны иметь сроки, что-то должно быть в январе, это в феврале, это в марте. Должны быть какие-то прописанные материальные ресурсы, если для этого необходимо, временные, финансовые ресурсы. И дальше мы двигаемся. У нас нет ни одной реформы. мы Только сегодня вот, мы видели вот, в декабре, по-моему, две реформы. Это было в виде слайдов. Это Министерство внутренних дел и Министерство финансов. На сегодняшний день, вот сегодня, более-менее какой-то э, пакет э, представитель Верховного Совета ну, сегодня презентовал, где ну, достаточно грамотно прописаны реформы в, в законотворческом процессе. Но... Снова я не удовлетворен этому. Ну, это просто написано. А где сроки? Вот если мы говорим, что мы хотим там какой-то закон или в, в каком-то сегменте рынка э, дерегуляцию сделать. Давайте напишем, что это должно быть сделано в июле. Давайте напишем в августе. Почему мы когда у нас... Вот, вот, я, вот я просто возмущен. А потом нас на блоке, э, на фракции начинают ломать. Вот этот закон надо принять. Это президентский. Вот этот надо принять, потому что если мы, мы его не примем, у нас Международный валютный фонд не даст нам кредиты. Вот тут у нас коалиция развалится. Вот закон о прокуратуре. Вот мне прокуроры говорили, вот там в округе, говорили мне еще в декабре. Говорят, Саня, ничего не будет. 1 апреля у нас следствие останется и общий надзор за нами останется. Потому что мы ничего не успеем эту всю реформу сделать. Вопрос. Но если мы обозначили в ноябре месяц, там, в конце ноября, по-моему, в начале декабря был принят закон о том, что с 1 апреля ликвидируется следствие, забирается следствие прокуратуры и общий надзор. Но кто-то же просчитал, что это должно быть именно 1 апреля. У него же должно быть мероприятие, что тут надо столько-то бумаг подготовить, столько-то людей сократить, за два месяца предупредить. Это, это, вот это будет в январе, это в феврале, это в марте. Но, кто ж, но я бизнесмен. Но никто же ничего не сделал. А потом мы 31 марта начинаем голосовать, давайте мы продлим до 15 июля. А, а я не уверен, что 15 июля. Это а скажите, что сегодня происходит? Это вот проп... во всем, вот, вот в любой, вот куда ни кинься, вот так вот Ну вот здесь. Ва ваши ваши претензии к происходящему, ну на самом верхнем уровне, мне понятны на уровне парламента. Надо сказать, что есть много претензий, если честно говоря, и к парламенту самому. Потому что э, когда парламент работает в режиме там полторы недели работаем, а две недели гуляем или три недели гуляем, ну это называется поехать, э, заседать в комитетах и поехать по своим участкам. Но ну, на самом деле мы же знаем, куда ездят и по каким комитетам заседают. Для многих это просто еще один дополнительный отпуск. Отдых, да, но у меня не получается. Я как Сли как раз слишком и делаю слишком много отпусков, поэтому хотелось бы, чтобы парламент работал более интенсивно и не разъезжался каждые две недели на две, на три недели отдыхать, потому что ну, в стране война идет. Но мне интересно с вами, потому что вы Днепроп... из Днепропетровска человек, и, как сами признаете, человек из команды Коломойского. Мне интересно понять, что сегодня происходит в Днепропетровской области после ухода Коломойского. Потому что... Когда ваша команда уходила, уходила она красиво, очень нарядно, не побоюсь этого слова. Был большой митинг и так далее. И говорили о том, что удалось многое сделать. Да? На каком этапе это сегодня? Потому что вот о новом губернаторе я не слышу ничего. И э, э, вот чем он занимается. Что с вашей точки зрения сегодня происходит в Днепропетровске? Я думаю, что сегодня происходит реванш команды Вилкула. Сегодня возвращаются люди из, этого, из его окружения. Буквально вчера вот Геннадий Олегович вместе с народным депутатом Денисенко пытались убедить главу райадминистрации на подать Вот это интересный момент. Подать а, самому а... в отставку. Так сказать, при всем уважении к Геннадию Олеговичу, как вы вообще считаете, потому что все СМИ писали о том, что он и там 10 человек, он, Денисенко, еще ну, кто-то с ними. Там был начальник ними, УВД, там, да, был, там был представитель СБУ. Ворвались говорит. ворвались в кабинет к должностному лицу и буквально заставляли его силой физически подписать заявление об уходе, а этот человек потом комментирует, что он будет подавать в прокуратуру жалобу о возбуждении уголовного дела, потому что это, ну, как минимум, хулиганство, как максимум, там, попытка помешать государственному чиновнику в его работе и так далее. А вот как вы считаете, вот эти методы они. Ну... Давайте я вам задам да. вопрос. А как вы считаете, у нас Майдан, вот метод Майдана, где мы все-таки? Всю эту банду и воровскую власть сместили. Понятно, это когда, правильно? когда Правильное страна. Было? Александр Иванович, у меня есть ответ на этот вопрос. Я не, не потому что я знала, что вы его не скажете, но просто уже слышала такие аргументы. Конечно, Майдан это ну, выход из правового поля, безусловно. А имеет ли он основания под собой? Конечно, имел. Когда на улицу выходит 2 миллиона так есть человек. Это самая ситуация под Нерпетровском. Но мы же когда-нибудь должны ввести страну, страну в правовое поле. Мы же не можем даже по отношению, пусть к любым там людям, подонкам, нарушителям закона, еще как вот как, как мы считаем, мы же не можем сами решать, кто есть кто. Для этого же страны стране существует но прокуратура. Я вам вот, вот я да. вам приведу пример. Вот 9 мая в Нерпетровске идет шествие с голубыми шариками оппозиционного блока. Журналист подходит, это все заснято. Я говорю, вы откуда? Мы там с такого-то района. Так это же далеко, а как вы сюда добрались? Я говорю, а нам все автобусы дали, а кто вам все организовал? А нам глава администрации все организовал. Глава администрации организовал под оппозиционный блок. Написали соответствующее. А президент же заявляет, что ни один представитель бывшего партии региона оппозиционного блока не будут у власти. Никто из них не будет управлять процессами, выборами, и, то есть мы им не допустим. То есть реванша никакого не будет. Господин Филатов написал обращение президенту о том, что надо этого главу администрации как-то разобраться с ним. Ну и что? Что произошло? Ничего не произошло. То есть вы считаете, что выход только вот такие вот действия? А народ в итоге, вот сейчас то, что происходит, вот я думаю, вот эти вот Майданы, там, ну у меня кредит на Майдану это отдельная история, то есть у меня есть как бы своя позиция. А все вот эти вот люди, которые недовольны, они, ну, ну а хорошо, а как, а как им реализовать свое, свое право на то, что они хотят жить в счастливой стране? А самое главное, жить в справедливой стране. То есть, А суды? Вот для чего у нас есть суды? То есть а глава администрации Ах, нарушил закон? Давайте, нарушил закон? Давайте по судам. Смотрите, вот господин э, Корбан, господин Коломойский, когда были э, у власти, в, ну, скажем, были губернаторами Нерпетровской области, они начали первое, что делать, это расследование избиения людей 26 января 2014 года. С бывшим э, прокурором области это было невозможно. Год не могли добиться. После того, когда все-таки мы добились, чтобы прокурора этого убрали, э, пришел новый прокурор и сразу были возбуждены уголовное дело. Более того, сразу, было, сразу были арестованы э, зампредседателя это самая обл. администрации, зампредседателя был совет. Были еще ряд лиц арестованы, которые управляли коммунальными, коммунальным майном, и было доказано. После того, когда Игорь Валерьевич ушел в отставку... Хорошо. Нет, дайте доску, тут очень угу. важно. Буквально через три дня решением апелляционного суда все эти люди были выпущены. Выпущены без всякого залога. Хотя в первой инстанции были там миллионные залоги предлагались. Все, люди все освободились. Ну какой суд дальше? Вот, вот что дальше с этими судами делать? Я сейчас уверен в том, что сейчас все уголовные дела, те, которые были начаты, они сейчас все уничтожаются, вещественные доказательства. Я поняла, Мы Александр Иванович. А проблема есть, безусловно. Проблема есть, но вы же понимаете, что когда а, таким, шаг. такие, такие вами. шаги становятся легальными, да. под эти шаги а, огромное количество а, людей нечистоплотных начинает себя точно так же в обществе. И тогда это все выходит из берегу. Ну, я согласен Почему вами. я говорю, что это нужно вводить в правовое поле, и так или иначе, как бы это ни было сложно, решать проблему ну, это через это. крайний да, шаг. По большому это. счету, конечно, надо решать через правовое поле. Сегодня президент на своем... Выступление говорило, что у нас самая большая проблема, если по коррупции мы двинули, что мы создали антикоррупционное бюро, если мы там изменили закон, который позволяет уже провоцировать взятку. То есть сегодня чиновники будут бояться, а это провокация либо не провокация, так что тут есть вопросы. Хотя, я думаю, найдут способ будет не лично брать. На заднем сиденье машины бросит, где-то с мусорного ведра там будет как -то доставать mm -hmm. на какую-то остановку. Как в детективах. Да, я думаю, там они как-то все-таки будут решать эти свои вопросы. Но тем не менее это есть. Но он сказал что на сегодняшний день судебная система, это самое основное. И она не решена еще, эта судебная реформа. Да, мы никуда не двинемся без решения этой проблемы. Надо ли понимать так, вот вы вне фракционный депутат, но понятно, что для того, чтобы в парламенте хоть что-то делать, хоть заниматься какой-то работой, иметь хотя бы какую-то минимальную возможность влиять на процессы, нужно быть в группе с кем-то. А надо ли понимать, что вы с группой УКРОП да. сегодня? Правильно. И вы станете членом партии УКРОП, и вы будете вместе с ними идти на выборы. Если будет объявлено создание такой политической партии, о чем вы так активно переписываетесь? Ну давайте мы сформируем как бы задачи и цели партии Укроп, и я думаю, что а, а, те цели и задачи, которые партия Укроп поставит и будет идеологию свою продвигать общество. Я думаю, что я соглашусь и стану членом партии «Укроп». Я так понимаю, что раз есть сегодня принципиальное решение и принципиальное, да, Игоря Коломойского, и, потому что, безусловно, наверное, он, Корбан и еще некоторые другие люди, которые рядом с ними не бедны, они будут главными инвесторами этой партии. Потому что у нас же принято, знаете, всегда лицемерить и говорить, что партию инвестиру... партия живет за счет взносов, что, конечно, является в украинских условиях полным бредом. Ни одна политическая партия не живет за счет взносов, но никто почему-то не хочет светить э, инвесторов. Мне кажется, у вас прекрасная возможность открыть... Да, и стать пионерами в этом смысле, открыть ну, подлинных э, инвесторов партии, и тогда это облегчит во многом задачу. Как вы сегодня можете ну, как бы, э, хотя бы условно сформулировать ее задачу? Почему возникла необходимость в такой партии? Мы на сегодняшний день видим о том, что парламентаризм по большому счету уничтожается. Когда депутатов заставляют голосовать именно так, как принято, вечером, либо в понедельник, на совещаниях. А депутаты вообще не понимают, о чем. И даже когда задают вопросы, говорят, что мы против, их на начинают ломать и говорить о том, что ну, это так надо. То это, я считаю, что это уничтожение парламентаризма. Вот я два с половиной года отработал в Америке. Я встречался с сенатором. Есть такой сенатор Рокфеллер. Это настоящий внук того настоящего Рокфеллера. Он сенатор от штата mm -hmm. Западная Виржиния. И когда мы обсуждали, а я был тогда депутатом, он был Совета Луганского. Он говорит, ну вы тоже сенатор, ну как бы штата получается вроде бы. Он, ну, мы разговаривали, и я спросил у него, а как у вас происходит голосование? Вот они говорят о том, что у нас когда серьезное голосование, вот серьезное какое-то, то у нас где-то две недели есть. Каждый из нас идет в свой округ, в свой штат, и через телевидение, радио, там, через газеты доводят до людей, что будет какой-то законопроект. То есть я, как сенатор, считаю, что надо за него проголосовать, потому что он дает там такие-то, такие-то плюсы и минусы. Либо, наоборот, считаю, что не голосовать. Дальше через телефонный опрос люди говорят, да, хорошо, да, голосую. А я говорю, ну и хорошо. А если получится так, что вы говорите, надо проголосовать, а вам люди позвонили и сказали, голосовать не надо. я буду голосовать против. Ну, потом продазоубался и говорит, ну, у нас есть механизм. Мы начинаем повторно людей убеждать. Делать еще более расширенным Мы пытаемся все-таки убедить, что такое законопроект. А у нас вообще кто-то куда-то едет, где-то ну, кто-то кем-то Смотрите, кем мы же должны смотреть на вещи здраво. А, ведь, а, скажем, в бизнесе, насколько я знаю, а, Коломойский человек очень жесткий. И а, там особой особо демократии нет. Есть решения, есть задачи. И менеджеры как высшего звена, так и среднего звена они все подчиняются этим задачам и подчиняются воле одного человека. Если будет партия Укроп, и ее будут инвестировать конкретный кулак людей, да? вот, этих людей будет, я думаю, там не 20 человек, а их будет там 3-4, то и главным будет инвестором Коломойский. Неужели вы допускаете, что кому-то из депутатов будет позволено иметь свое отдельное собственное мнение? И голосовать не так, Маша, как спасибо. примет решение партия, например. Ну, да? я не знаю, как это будет. Во-первых, еще раз хочу повторить. Значит, вот за время моего пребывания в парламенте Игорь Валерьевич еще ни разу не давал указания, как, где и за что голосовать. Ну вот ни разу. То есть, вот, ну а я думаю, что некоторые законопроекты, которые э, так сказать, выносили в зал, они, наверное, его интересовали. Но, вот я вам честно говорю, вот, мне не звонили. А зачем двум успешным бизнесменам Коломойскому и Корму партия вообще? А зачем вообще политика понадобилась? Вот как вы считаете? Но ну, человек спокойно себе, например, живет в Швейцарии. У него большой бизнес, у него там миллиарды, у него более того, большая часть бизнеса она не находится не в Украине. А зачем ему. Ваша я согласен. Нет, так хорошо. или иначе, ну, вы, вы же понимаете, он достаточно крупная фигура вот в этой нашей с вами истории. Любой, да? любой бизнес, развивающийся бизнес, он любит тишину. То есть, когда происходят какие-то политические передряги, когда происходят вот эти всякие революции, волнения, смена власти, пришли одни, вторые, пришли начали, переломали все. У нас же как происходит? Вот, вот я, допустим, к Яценюку отношусь очень положительно. Я могу сказать о том, что это отличный кризис-менеджер. Отличный кризис-менеджер. Ну а вот, вот сейчас все говорят, я ценю, я ценю, там плохой, плохой, плохой. А я уверен, что вот если вы его вытащите на откровенный разговор, вот, вот откровенно, он, конечно, много не скажет откровенно. А он связанный по рукам. Потому что мы министерство на, э, этого вице-премьера ему дали, это вот от этой партии. Этого вице-премьера, это вот от этой партии. Министры, соответственно, то же самое. То есть квотов, квотовская система. А как вы думаете, вице-премьер кого будет слушать? Премьера или все-таки. То есть, вы хотите тех, сказать, что премьер-министр имеет а, дело с саботажниками, которые э, свои конкретные цели поставили? Я на 100%, на 100 преследует. уверен, что у него в кабмине есть саботажники, которые на сегодняшний день отстаивают интересы политических партий, или каких-то группировок, или даже там бизнес-интересов, но не отстаивают те интересы страны, которые? А, ну, собственно, говоря, кабинет министров пытается. А как протянуть. с этим бороться? Теоретически понятно. Убрать потовскую систему. Да. А То... если все-таки мы и хотим оставить потовскую систему, давайте тогда таким образом. Али... Хорошо, Али... министерство это, пример, ну, ну какой-то политической партии. Так у нас министр полити... представляет политическую партию, а у него заминистры с разных партий. Тогда давайте мы говорим, что Министерство здравоохранения это политическая партия такая-то. И вот пускай теперь за все здравоохранение отвечает именно. И эта что партия. хорошего от этого будет? Не, ну мы хотя бы будем знать о том, что э, тогда за это э, за со со состояние медицины отвечает партия такая-то. У нас на сегодняшний день все размыто. Там замминистра, там начальник департамента, там вице-премьер. Страдает президент, страдает э, Яценюк и страдает народ. Понимаете, теоретически было бы неплохо э, оставить вообще квотную систему. Ну, то есть отставить. Отставить. Э, да, а не оставить. И э, людей, э, менеджеров государственных выбирать по принципу профессионализма, их профессиональной истории. Но ведь вы же первые. Если вы получите большинство в парламенте, скажите, а что то Мы так долго воевали за это. Мы вложили кучу денег в то, чтобы получить это большинство. Нет, дайте мне возможность Мы тоже хотим быть вот тут пару министерств взять Сейчас, себе. Дайте, я, я говорю, хорошо. Хорошо, ладно, пускай это какой-то Котовский принцип еще останется. Но, а, но все-таки пусть останется. Не, ну, ну, ну все-таки где-то может на каком-то этапе. Но, э, вот смотрите, когда у нас будет две партии, вот и ее. одна партия, ну, так как в всем мире, ну, в цивилизованных странах, и одна партия возьмет вверх, то это одна партия формирует правительство. Все. Они, все, они уже берут на себя ответственность. Александр Иванович, ваш э, законопроект о запрещении, о по крайней мере, сплава вот этого, э, торговли лесом кругляком за границей, он надел много шума, он достаточно скандальный. И потому президентом что, не подписан до сих пор. И президентом до сих пор не подписан, потому что, как мы подозреваем, есть и другие силы, которым э, не нравится этот закон. И Идет борьба между фактически двумя группами. Теми людьми, которые этот закон лоббируют, и теми людьми, которые категорически, которые, видимо, находятся в этом бизнесе и категорически не хотят э, подписания этого закона. В связи с этим я хочу, и так, так, такие же, таких историй у нас много. И есть и по другим а, каким-то там, по энергетике, и по другим а, пунктам у нас вот такие же истории. Не нужно, не, не стоит ли нам принять просто закон о белом лоббировании, который есть в Соединенных Штатах Америки, в Европе, чтобы было откровенно понятно, что вот эта бизнес-группа лоббирует вот такие-то интересы. У нее есть вот такой инструмент для лоббирования, Она нас не выходит э, совершенно открыто на политическую сцену и говорит, у нас такие-такие-такие аргументы. Мы готовы э, понести ответственность за это, это, это. И это. А группа, которая против, говорит, а мы против. И тогда это решается в белую. Потому что у нас же все, все в парламенте сказал. решает таким, Нет, вот, таким вы образом. Вы правильно абсолютно сказали, потому что даже на комитете, когда мы рассматривали данный законопроект по запрете леса, то нам министерство убеждала и говорили какой-то там лесхоз, который говорил о том, что, ребята, у нас лес просто падает, он гниет, пропадает, так это у нас хоть валюта будет. А потом, когда мы пригласили дерево, дерево по-моему, около э, ассоциацию дерево переработчиков, их там две ассоциации, вот, они говорят о том, что на аукционе по продаже для внутренней переработки их потребность удовлетворяется на 30-40%. Остальное, они говорят, леса нет. Вот 30-40%, вот вам столько там мы леса продали. А почему, а почему бизнес хочет так вывозить его? Те люди, которые занимаются этим бизнесом. Там дороже продавать? Да. Там дороже продавать. Ларчик Поэтому у нас снимается. сразу следующей схемкой, который, о, не, не схемкой, а следующим шагом, который мы э, пошли, это, это новый законопроект, он тоже уже внесен, внесен в зал на нулевую ставку ввоза оборудования по дерево переработки. То есть, если мы все-таки хотим чтобы лес не вывозился, то надо дать возможность о том, чтобы этот лес мог перерабатываться здесь. Вот для этого тогда даем возможность завозить оборудование по переработки. Нас поддержали. Что ж, мы в финале. Могли бы еще многом поговорить, но, да, к сожалению, тоже, кстати, много. время неумолимо. Будем еще встречаться, думаю, в будущем, и у нас будет возможность продолжить наш замечательный диалог. У вас есть возможность, если хотите, задать мне вопрос. Любой. А как вы считаете, вот на сегодняшний день Парламент изжил себя? Или он еще может что-то что для народа сделать? Я считаю, что подобно тому, как нам нужно проводить реформы во всех областях, нам нужно реформировать парламент, особенно регламентную его часть, во многих смыслах. У нас И... регламент постоянно нарушается. Да, естественно. естественно. Поэтому а вот всю работу парламента и принципы устройства самого парламента, я думаю, следует а, а, подлежит пересмотру и ревизии. Потому что время а, не стоит на месте, и требования времени, они уже сегодня другие. И в связи с этим нужно реформировать парламент. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо вам. Что я ж, друзья первый мои, вашем, на вашем эфире. Мне, я сразу могу сказать о том, что у нас действительно все... Вопросы никто заранее не, не обговаривал. Все вопросы, которые мне задавались, даже видели мой ответ, что я не очень хотел некоторые вопросы обсуждать. То есть все ну, честно. Со, со, мной, со мной не сильно обговоришь что-то. И я думаю, что в будущем этого тоже будете чувствовать. Что ж, друзья мои, вот эта замечательная фраза, которая прозвучала в конце «все честно», я думаю, это очень важно для каждого из нас. Потому что каждый, Ну, какое государство мы хотим оставить своим детям? Где будут какие-то правила? И это сегодня, наверное, для нас задача номер один. Засыпайте спокойно, просыпайтесь счастливыми. Встретимся. До свидания. Всем доброй ночи.